motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Alligame, Let's Play Rock, это игра Subnautica, и мы продолжаем с вами прохождение этой удивительной приключенческой игры. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что мы нашли базу Дегази, много интересного узнали, а также о том, что на дне находится некий объект. Нихера, я его только посадил! Нихера вообще, лампионовое дерево, огонь. Секунду назад семечку кинул, вот это здесь экология. Стоит только отвернуться, ты уже тут листья свои мажешь. Мы остановились на том, что мы нашли базу Дегази, узнали много интересного, а также обнаружили, что все-таки что-то есть там под землей, в глубине. И сегодня хотели туда пойти, посмотреть, что там дальше внутри, потому что мы обнаружили еще одну предполагаемую базу Дегази, которая находится глубже. Вот она, жилище Дегази, 500 метров в пещерах. Там надо найти еще проход туда. Но у меня есть другой момент. Есть второй остров, на котором мы еще не были, проплывали мимо, на котором находится пушка, которая сбивает все объекты, подлетающие к планете. Собственно говоря, так и нас сбила эта пушка, и мы здесь оказались на этой планете. После получения сигнала бедствия. Что вокруг этого острова и что на самом острове, мне сегодня хочется узнать. И поэтому мы отправляемся именно туда. Да, кстати, кто спросит, где Ласка, я хрен его знает. Прошлого раза я ее больше не видел, как мы отправлялись в пещеру. Возможно, ее сожрали, я не знаю. Ну, буду думать о хорошем. Ласку мы еще найдем. Так, ставим камеры. Так, и поплыли. Нам нужно найти облака. Вот первые облака, а вот вторые облака. Первый остров, вон он. Общество нам в помощь подсказало, что, короче, ориентироваться нужно на облака. Типа облака, это, короче, остров окутанный. Что там у нас на дне? Главное не нарваться на каких-нибудь суперхищников. А то наши приключения наберут острые обороты. Или станут еще интересней. Но вроде бы здесь никого не должно быть. По идее. Ну вот, начинается опять сгущение красок. Темнота, мать его. Вот, смотрите, какой-то остров есть. Не факт, конечно, что это тот самый остров, но я буду предполагать, что это тот самый остров. Да, смотрите, это тот самый остров. Просто мы с жопки, видимо, подошли. Что там под водой творится? Под водой вообще... Под водой страшный ужас. Нихера, сколько глины, я тебе кричу. Двигаемся дальше. И я буду надеяться, что все пройдет гладко. А начнем мы изучение данного острова, наверное... поверхности, а потом двинемся на глубину. Оба-на, смотрите, там что-то мне подмигивает. А это не что-то, это кто-то. Видите, там синяя такая штуковина. Это телепортеры. Ну, я их так называю. Короче, страшные какие-то непонятные существа. Так, дождались дня, потому что на самом деле стрёмно ночью сюда ходить, тем более в неизвестное место. А оно настолько прекрасное, что давайте-ка все-таки туда дернем. Предлагаю высадиться пешком. Нихера! Блин, эта тварь была прям перед самым моим носом. Нихера, вот это приключение, короче. Я чувствую, начинается прям агония. Так, ладно. Вчера ты микроб, короче, я тебе кричу. Оба-на. И куда он делся? Ребята, вы видели, как эта тварь телепортируется, как быстро? На него даже стазис-пушка не действует. Меня вот такие вот движения очень сильно пугают. Почему просто нельзя взять и сдохнуть? Мы его убили или мы его до смерти напугали? Ищем прям приключения тебе на жопу. Ладно, не, я, короче, его достану рано или поздно, но пока рисковать не хочу. Что с вами не так, а? Мы еще к нему вернемся. Начнем наше исследование. Луковое дерево. Нихера, какое огромное. Идем дальше. Ну, с этими пацанами я уже знаю, как разбираться. Здесь есть пещера. Огонь. А тут что?
О, тут целая сеть туннелей, ребятки. Так, ну ясно. Там, короче, есть какой-то подводный лаз. Куда мы еще доберемся? Пока пойдем поверху. Тут все эти луковые деревья. Внимательно каждый кусочек исследуем, ну, чтобы не пропустить, да? Здесь вроде ничего так. Короче, вот эта херня нас сбила. Исходя из той информации, что мы получили с КПК. Оба-на, а что это такое? Какая-то штуковина инопланетная. Выглядит вроде бы мирно. Смотрите, здесь и вот какая-то штука. Что это? Их очень много. Походу это какой-то указатель. Смотрите. Взять пурпурный скрижаль. Что это такое? Пурпурный скрижаль. Пурпурный скрижаль. Древний инопланетный скрижаль с пурпурным символом. Окей. Возможно, это какой-то ключ. Будем еще узнавать. Да не все так просто. Смотрите, значит, здесь есть какой-то мостик к этой самой пушке. А вот сюда, судя по всему, это, наверное, какие-то направляющие колонны. Ведет он сюда. Здесь есть спуск, а здесь подъем. Как интересно. Конечно же, я хочу проследовать дальше, посмотреть, что там будет. Смотри. Слушайте, даже крабы здесь лупоглазые. Это вся планета населена лупоглазыми формами жизни. Отлично, мы пришли в пещеры. Местные формы жизни, небесный скат. Небесный скат имеет голову, похожую на птичью, и передние крылья, позволяющие ему летать. Небесные скаты обычно кружатся около плавучих структур и редко улетают далеко в море. Они сидят на суше, но склонны улетать при приближении к ним. Присутствие может указывать на сушу неподалеку. Второй проход. Какой-то энергокабель. Да, похоже на энергокабель. Куда он тянется? Давайте посмотрим. Взять розовый чепец. Ну и название у них. Пятнистый погремок. Правильно хоть я прочитал? Розовый чепец и погремок. Нихера вообще, я кричу. Вот это вообще поганки. Дорожка ведет все выше и выше. Давайте попробуем посмотреть сейчас сюда. Вроде тут небольшое ответвление, потому что там, судя по всему, еще далеко-далеко идти. Смотрите, еще один какой-то скрижаль. Заскрижелимся. Куда мы вышли? Я вижу отсюда в Аврору. А здесь обратно какой-то спуск опять к пещере. Так, давайте сначала исследуем вверх, чтобы вообще наверняка ничего не пропустить. Мы уже почти на самом верху. Сейчас, правда, разберемся с местными формами жизни. А, найс. Ну, это тупик, ребят. Да, тут, походу, больше ничего нет. Давай спустимся вниз. Еще один очередной вход в пещеру. И еще один проход куда-то. И куда она нас выведет? По ганочкам. Все, мы замкнулись. Ну, в смысле, вернулись к тому месту, где мы были. Ориентир по ганке. Тогда идем мы сюда в пещеру. Чем дальше, тем интересней. Слушайте, сколько тут ресурсов? Охереть, ребята, смотрите, что я нашел. Похоже на какие-то звездные врата. Смотрите, а тут уже крабы зараженные. Инопланетная арка. Инопланетная арка. Предназначение данного сооружения не ясно. Возможно, теории о назначении. Церемониальное и религиозное назначение, промышленное применение, развитая транспортная сеть. Оценка. Требуется дальнейшее изучение. Охереть. Ух ты. Вставить ионный куб. Ионный куб. А у меня пурпурный скрижаль. Значит, это не то. Вау, что произошло? А, закрылась эта херня. Офигеть. Ну да, это очень похоже на какие-то врата.
развитая транспортная сеть. Это что-то такое, чтобы куда-то чего-то телепортировать, или, может быть, это, возможно, это почта будущего. Приходишь, посылку сдаешь, она такая, и, короче, в другую часть вселенной. Ну, или, ладно, ну, может, это какой-то мессенджер. Вариантов много, пишите, ребятки, в описании ваши предположения. Что это могло бы быть? А, ну, что она... Нельзя быть такой резкой. Ну, там, короче, мы все исследовали. Чисто гипотетически, если я прыгну вниз, возможно, я выживу, возможно, будет сюрприз. Ну, давайте попробуем. Смотрите-ка, я не разбился. Охереть, вот это огромная, огромная фигня. Судя по звуку, она, возможно, еще работает. Но, блин, она в принципе работает, она же нас сбила. Офигеть, интересно, что это за материал? Так, я не могу никуда здесь залезть. Здесь ничего нет, поэтому будем двигаться обратно. Попробуем вдоль берега исследовать ее. О, Аврора наша. Какая же все-таки она огромная. Двигатель циклопа. Смотрите, вон та тварь, которая опять телепортнулась куда-то. Походу их вокруг острова очень много. Ух ты, расколотый скрижаль. Или что это? Фрагмент пурпурного скрижаля. Больше ничего. А это что? Нихера! Да там еще еб... Не, вы видели? Оказывается, под водой еще дофигища всего. Нам это еще предстоит только узнать. Офигеть, управление силовым полем. Терминал управления силовым полем. Данное устройство не соответствует известным технологиям и выглядит инопланетным по происхождению. Энергия через этот терминал передается на ближайшее силовое поле. Технология намного превосходит все встреченное Федерацией ранее. Тем не менее, есть большая вероятность, что он работает, как обычный замок, которому лишь нужен правильный тип ключа. Офигеть. А что будет, если... Даже так? Огонь! Управление... А в смысле? Что, все? Она схавала мой ключ, пацаны. Походу, карточка одноразовая. Предлагаю зайти внутрь. Офигеть. Сканирование показало, что это сооружение сделано из металлического сплава небывалой прочности. Совпадений в базе данных не найдено. Проводится структурный анализ. Охереть. Неизвестные технологии. Огонь. Вот это я понимаю. Евроремонт. Круто. Какой-то зал. Офигеть, надо ни кусочка не пропустить. Какие-то кубы, они все светятся. Походу, это какая-то энергия, судя по всему. Смотрите, впереди какие-то штуки есть. Или штука, да, это какая-то штука. И что, и больше ничего? А нет, еще есть спуск вниз. Но это что? Терминал базы данных. Неизвестный язык, попытка перевода. Загружены данные, инопланетная информация терминала. Инопланетный информационный терминал, обнаружено в инопланетном комплексе, выявило некоторую информацию о самом устройстве. Вероятно, это твердотельный компьютер, хотя явных способов взаимодействия с ним нет. При приближении он начал издавать низкочастотные радиоволны, содержащие сложные, но различимые комбинации данных. По всей вероятности, инопланетный вид, разрабатывавший данную технологию, эволюционно развил или генетически вывел сенсорный аппарат, способный слышать и понимать информацию, передаваемую устройством, и отвечать на нее. Умственная нагрузка, необходимая для такой телепатии, подразумевает, что создатели значительно более психологически развиты, нежели обычный человек. Оценка. Требуется дальнейшее изучение. Офигеть, это компьютер будущего. Кнопочки какие-то. А как он работает вообще? Где монитор? Ладно. Требует дальнейшего изучения. Офигеть, смотрите, какие строения. Вот это мы забрели, так забрели. Наиболее вероятный способ управления данным комплексом – поспать в комнату управления в нижней секции. Чё? Поспать в нижней секции? Или я что-то неправильно прочитал? Наверное, я неправильно прочитал. Знаешь, может быть, последовать в нижнюю секцию или проследовать в нижнюю секцию? Смотрите, какой-то кубик. Офигеть. Он реагирует на движение. Что это? Музыкальный куб? Он хрустит как-то странно, как будто...
Офигеть, ребят, смотрите, какая штуковина. Что мы с вами достали? Наиболее вероятный способ управления данным комплексом – попасть в комнату управления в нижней секции. А, я читаю, поспать. Ионный куб – инопланетный источник энергии в высокой емкости. Помните ворота, которые мы нашли? Ну, вот эту почту. Информационный канал. СМС-ку будущего. В общем, там требовался вот этот как раз-таки куб. Походу, надо его потом туда впендюрить. Стандартный способ исследования. Анализ узоров на стенах не смог определить их предназначение. Являются ли они энергетическими конструктивами? Требуются дополнительные данные. Нет, все-таки это, походу, энергия, потому что уж очень похожа она на ионный куб, который является энергетическим кубом. Офигеть, смотрите, какая огромная здесь. О, там еще один компьютер. Давайте проследуем к нему. О, еще ионный куб. Там еще один зал. А здесь компьютер. Терминал базы данных. Неизвестный язык, попытка перевода. Схема охранной платформы. Данный набор данных выглядит своего рода многомерной схемой. Путем сопоставления рисунка в трехмерном пространстве можно получить базовое представление о внутренней работе комплекса. Строительный материал. Неизвестный строительный материал комплекса определяется как сверхпрочный, химически неактивный сплав металла, синтезированный из материалов не с этой планеты. Нет никаких признаков, что он может быть поврежден или разрушен обычным способом. Энергия. Схема указывает, что орудие питается от отдельной автономной электростанции, расположенной где-то на планете. Расположение не указано, но есть данные, что проектировщики намеревались использовать естественную тепловую энергию планеты. Вулканы, точно! Нам нужно найти вулканы. Или огромный вулкан, и мы тогда найдем теплостанцию. Планировка. Комплекс состоит из верхней инженерно-технической секции, где была найдена эта схема, и комнаты управления, попасть в которую можно через защитный полем лифт, либо отдельную подводную шахту. Помните, на острове мы нашли шахту? Ну, точнее, нашли какой-то туннель под водой внутри этого острова. Возможно, через него мы сможем попасть туда. Управление. В комнате управления, находящемся в нижней секции, находится единственный известный способ управления комплексом, однако схема не содержит подробного описания процедуры эксплуатации или установленных мер безопасности. Аж голова закружилась, столько всего вообще. Сейчас как на эмоционалю, на впечатляюсь. А это, походу, лифт. Офигеть! Нихера! Вот это технологии. Ничего себе. Смотрите. Это какой-то док. Смотрите, да, это какой-то док для транспорта. Огонь. Офигеть. Так, здесь можно и базу построить. Хорошая идея, кстати, для строительства базы. Так, я попал на какой-то нижний ярус. Ого, смотрите, что это? Инопланетное ружье. Данное устройство, схожее по форме с человеческим оружием, скорее всего, спроектировано для гуманоидного пользователя. Неясно, были ли гуманоидами сами инопланетяне, построившие данный комплекс, или же они использовали гуманоидов. Ясно лишь, что они считали оборону данного комплекса необходимой предосторожностью. Очевидных способов извлечь ружье из витрины нет. Странно. Нет. Почему, разработчики? То есть я не смогу сгенерировать себе эту пушку даже? При всем хорошем? Это неинтересно. Так нечестно. А зачем тогда вы мне ее показали? Ну вот, я теперь не смогу нормально играть, зная, что здесь есть супербластер. Смотрите, еще один куб. Ионный куб. Данное зеленое минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов и обладает невиданной способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего, выращен искусственно. Кубическая форма предполагает, что он был вырезан из куска большого размера. Каждый из кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротила. При правильном условии энергию можно выпустить управляемым образом. Очевидно, использовались в качестве батарей, но требует существенного источника энергии для перезарядки. Ценный источник энергии.
Здесь у нас ничего. Смотрите, еще сюда куда-то ведет. Нет, здесь мы уже ходили. И там еще одна комната. Давайте проследуем в нее. Офигеть! Смотрите, такие же ворота. Такая же штука огромная. Зал с такими же воротами. Офигеть, а как работают эти ворота? Смотрите, здесь тоже есть лючок, но он не поднимается. Может быть, эти ворота как-то между собой связаны? В этой комнате больше ничего интересного. Смотрите, еще один скрижаль. Так, забрали скрижаль. Сколько здесь этажей? О, смотрите, что-то еще. Погоди, что это с ней? Это не... Главное, чтобы эта граната не оказалась какой-нибудь. Машина судного дня. Нихера себе! Что это? Машина судного дня. Сканирование указывает на то, что данное устройство содержит достаточно потенциальную энергию, чтобы уничтожить всю планету вместе с большой частью Солнечной системы. К счастью, оно неисправно. Да что вы здесь вообще творили, я не пойму. Это какая-то военная база. Охренеть. Давайте держаться подальше от этой штуковины. Сканирование показывает, что комната управления комплексом находится за этим проходом. Мы уже знаем, как открывать данные двери. Надо вставить сюда скрижаль. Отлично. Мы сделали это. Идем дальше. Большая часть комплекса, конечно, бесполезная территория, но... Офигеть. А это что? Что это? Энергетическое ядро. Это устройство содержит энергию, эквивалентную ядерному взрыву 100 мегатонн, которая может передаваться по комплексу и направляться на воздушные суда или обогнуть планету, используя ее гравитацию для нанесения удара по объектам на орбите. Энергия передается по присоединенному терминалу, позволяя выключить устройство при необходимости. На данный момент оно работает без каких-либо параметров, что означает, что оно будет наводиться на любые корабли в зоне действия. Охереть! Но где вопрос хозяева этой пушки? Ребята, это то самое орудие, которое сбило нас и в свое время Дегази сбило. И оно работает. Его кто-то просто оставил и ушел. А оно стреляет по всем. Взаимодействует. Давайте попробуем выключить его. Охереть! What the fuck? Что это за матрица? Панель управления передает сообщение, перевод. Предупреждение. Инфицированные лица не могут отключить орудие. Эта планета находится под карантином. Охереть, ребята. Так, вот оно что. Перевод фонового вещания. Результат загружен в базу данных. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция в вашем организме прогрессирует. Обнаружена раздражающая кожа и реакция иммунной системы. Требуются дополнительные данные для определения штампа бактерии. Я, конечно, не хочу забегать вперед, но мне кажется, что данная планета... Здесь есть какая-то инфекция. Я ей тоже заражен. Только почему-то у меня она прогрессирует не так быстро, как у других членов экипажа, у которых практически за несколько дней все это произошло. Рыбы, заметьте, да, которые плавают. Одни инфицированы, другие не инфицированы, покрытые зелеными всякими наростами. Планета находится под карантином. Может быть, это какая-то исследовательская база, а может быть и военная база инопланетная. И они здесь, судя по тому, что есть орудия возмездия, всякие винтовки инопланетные, может быть, они и выращивали биовирусы какие-то и испытывали их на планете. А планета это своего рода полигон, военный полигон, инопланетно-военный полигон, я не знаю. А чтобы сюда никто не сувался, короче... На охране стоит вот это орудие, которое сбивает всех, кто приближается к планете. А может быть наоборот? Может быть это биологическое оружие вышло из-под контроля, уничтожило самих хозяев? Но тогда вопрос, а как остались живы тогда все существа, которые здесь плавают? То есть организмы, живые организмы. А эта пушка просто не выпускает всех, кто хочет улететь с этой планеты, чтобы они не заразили другие планеты. Вот это поворот! Интересно, какая версия будет верна? Но опять же, они прилетели сюда с другой планеты, значит, это как минимум могла быть карантинная планета. То есть они не жили здесь, они сюда прилетели. Что ж, я предлагаю на этом остановиться, потому что комплекс очень огромный и
требует дальнейшего изучения. Есть еще какие-то отдельные плавучие комплексы здесь, в воде, куда мы еще сходим. У меня на этом все. С вами был канал Allegame. Let's Play Rock. Увидимся, ребятки. Пока.